но и носок тоже. Носок. Останемся носок. Низко. Попробуйте носком даже сделать. Чего карма по пятке? У меня пятка нет. Все. Резина. Ой, еще будет. Входим в заднюю зону, таз перемещаем в заднюю зону, ноги раскрыты сзади. Сразу уходит собаку вниз.
на носок. Девочки, вот так, голову вверх. Вот так, вверх. Вот. Вот так. Отлично. Сразу ставим ноги на носочки. На носочки. Остановка. Голову приведена, да? Хорошо. Голова начала болеть, да? Нет? Это у вас не привычки, но ногами стоять. На носки. Сейчас вернемся. Thank you.
запись. Курочка своих птенчиков взяла, под крылышко спрятала. Включили подсветочку. Thank you.
Это мы подготавливаем гостю.
каждым разом выходить все ниже. То есть и ниже, расширка. И еще ниже. И еще ниже. Дальше сделали выпрямляем ногу. То есть нагрузка будет увеличена на мышцы. Да, ногу выпрямляем. Вот, продолжаем. Все, остановка на 20 секунд и минимум. Вот, стоим, держим. Thank you.
кусок получается устойчивый, да? Опора есть. Можно стереть, давай. Баланс есть, да? Другой, рука. Переходим в другую сторону, нога назад.
Музыка. Типа тревожно, да? Да, да, тревожно. Это такая, дает энергию, силу. Это саспенс. Ну, в общем, в фильмах саспенс там. В этот момент главный герой что-то должен сделать. Что-то более интереснее. Какой-нибудь опасный трюк. Очень опасный. У нас стоя на машине, и машина с моста съезжает вот и на шпагат. Thank you.
Поехали наверх. Я вам бы себе.